Экологическая мастерская «Эколаб» успешно реализует свои социальные инициативы, направленные на улучшение качества охраны окружающей среды. Современная лаборатория открылась в августе 2021 года в Сибади по адресу 2 поселковая, 1. По словам руководителя проекта Андрея Гурковского, за несколько месяцев проделана большая работа. В первую очередь приобретено высокотехнологичное оборудование. У нас есть три типа установок, все они занимаются тем, что перерабатывают пластик, все как бы разные технологии, экструдер, инжектор и термопресс, делают плоские листы, отливать маленькие изделия или большие изделия. Большая часть из этого оборудования была куплена на средства гранта, который мы выиграли в августе прошлого года на Бирюса, форуме Бирюса, 700 тысяч. Проект поддержало региональное министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта. Сейчас работа экологической лаборатории вышла на более высокий уровень. Расширился ассортимент и улучшилось качество выпускаемой продукции. Появились единомышленники, наладился сбор крышек и другого вторичного сырья. Проводятся мастер-классы. Мы проводим мастер-классы последнюю субботу и пятницу месяца. Это все выложено в Инстаграм, и есть ссылка, страница на таймпаде, где можно завести себе билет для себя и для своих друзей и прийти сюда. Участники мастер-классов получат новейшую информацию, обобщенную с учетом накопленного опыта. В планах лаборатории более активное продвижение своих достижений, проведение выездных мероприятий на различных региональных и городских площадках, где амичи смогут познакомиться с оборудованием и процессом переработки, и даже изготовить предметы своими руками.